28 августа в детских соревнованиях по вольной джигитовке на приз-фестивале «Спасская башня» приняли участие воспитанники тренера Дмитрия Кириллова, Ярослав Марилов и Петр Юшин. В напряженной борьбе с соперниками из разных регионов России Ярослав Марилов завоевал первое место, став победителем соревнований. Петр Юшин занял почетное 5-е место. Уникальной стала программа «Парная джигитовка», показанная 9-летними спортсменами конного клуба «Легенда», близнецами Петром и Павлом Юшинами на коне карачаевской породы «Идеал» под руководством тренера Дмитрия Кириллова.